В Ленинском районе возрождают старую традицию чествовать тружеников производства, уходящих на заслуженный отдых. Более 35 лет Павел Спасенков отработал в сфере дорожного хозяйства, заслужил уважение и авторитет среди коллег. И вот настало время выхода на пенсию. Многие, с кем работает Павел Михайлович, пришли в актовый зал здания управляющей компании ЖКХ, чтобы поприсутствовать на церемонии проводов на заслуженный отдых своего коллеги. Героя торжественного события поприветствовал заместитель главы муниципалитета Сергей Гаврилов. Ваш профессиональный опыт, ваш жизненный опыт оценили в коллективе. Вы зарекомендовали себя как квалифицированный специалист, который умеет принимать серьезные решения, действовать всегда в интересах дела. Сергей Гаврилов вручил Павлу Михайловичу медаль «90 лет Ленинскому району» и почетную грамоту от главы муниципалитета. Слова благодарности за совместный труд выразили и коллеги, работающие под руководством Павла Спасенкова. Отдельные слова благодарности за труд выразил генеральный директор Дорсервиса Дмитрий Полежаев. Очень приятно работать с вами, очень приятно, когда в коллективе находятся, это знаете, как в футболе есть такое понятие, да, как дядька в раздевалке. Так, когда есть молодежь в команде, а есть дядька, который вот в раздевалке может и напихать, да, и объяснить, и там спокойно рассудить, остудить пыл в случае чего. Вот такой дядька нужен, и за то, что у нас такой дядька есть, вам большое спасибо. Сам же виновник праздника отметил, что всегда считал свою работу важной и необходимой. Мне все нравится в этой работе. То, что работа направленная нашего предприятия и раньше, и сейчас на ведение чистоты, порядка, благоустройства в городе. Поэтому работа для людей. Уходить на заслуженный отдых в прямом смысле этого слова Павел Михайлович не собирается. Пока рановато выходить. Еще думаю поработать. Очень важно и очень нужно. У меня двое детей по 6 лет. Да. Поэтому еще не скоро я на пенсию пойду.